Чебоксарцу, который устроил пожар в доме по улице Шевченко, суд вынес приговор, его отправили на принудительное лечение. Установлено, что 5 января этого года злоумышленник, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, закурил сигарету и бросил на пол горящий окурок. Оттуда и возник пожар. В результате возникшего пожара подъезд заволокло дымом. В результате возникшего пожара 20-летняя жительница дома, который выбежал на личную площадку, от большой концентрации угарного газа в воздухе потеряла сознание, получила термические ожоги и впоследствии скончалась в лечебном учреждении. Общий материальный ущерб от пожара превысил 3 миллиона рублей. Проведенные по делу экспертизы показали, что лицо, по вине которого возник пожар, имеет заболевание и не может адекватно осознавать свои действия, а также руководить ими. Вследствие чего постановлением суда он направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.